Всем привет, выжившие! В этом коротком видео я хочу рассказать, как все-таки зайти на ПТС 043 и потестить. Потому что, как я знаю, у многих проблемы, судя по форуму. Даже просто люди не могут зайти на ПТС потестить, в том числе и я сначала не мог зайти. Искал, потом нашел. Один добрый человек выложил на форуме, как решить эту проблему. Так, для этого заходим в папку с основной игрой. В данном случае у меня диск F, Games с фруарием. Находим папочку Game. Здесь находим папку Binaries. Там есть папка x86. И все содержимое этой папки копируем. Переходим в папку с фруарием тест. Естественно, чтобы эта папка у вас появилась, у вас уже должен быть скачан инсталлятор. То есть вот сюда заходите, скачать новую версию игры, у вас скачивается инсталлятор, его запускаете. Загрузка идет, но обновление, как у меня, лаунчера не происходит. То есть лаунчер, как обычно, кривой у них, у разработчиков, не знаю, почему не могут такую вещь сделать. Так, то есть заходим в папку Survivor Test, также папочку Games, Binaries также, и сюда копируем. То, что мы скопировали из той папки, вставить. Ставим сюда галочку и копировать заменой всех файлов. Все у вас все скопировалось. Теперь заходим через ярлык игры. Так, вот и вуаля, установка пошла. Кстати, днем я заходил и играл уже на ПТС. Сейчас вечером опять новый фикс выпустили они. И пришлось заново всю игру удалять. И заново вот я скачиваю, потому что нифига не обновлялось у меня. То есть обнова шла, там буквально несколько мегабайт она маленькая. И какая-то ошибка возникала. Все заново и бесполезно, короче. Пришлось все снести и заново вот качаю. Заодно запишу, чтобы вам показать, как это все устанавливается. Итак, вот игра скачалась через некоторое время. Появилась заветная кнопочка «Играть». Можно зайти в игру. Потестить, как говорится. Теперь я хочу вам показать, как включить консоль в игре. То есть в новом патче консоли отключили, то есть вы не увидите уже какие там у вас ресинки, желтые, красные надписи. Как же это сделать? Если на игра уже должна быть у вас установлена, заходим в меню «Пуск». Тут можно нажать клавишу Win плюс R, либо вот зайти «Выполнить». Тут набираем «Regedit». У меня просто набрано уже. Нажимаем ОК. Так, по умолчанию у вас будет. Вот эти вот надписи ищем. Hackey Local Machine. Тут ищем Software. Спускаемся ниже. Здесь ищем WoW6432 ноды. Здесь ищем Восток Games. Открываем папочку. Также ищем здесь Survarium Test. Нажимаем. В правой колонке ищем пункт Arguments. Нажимаем на нее два раза. Появляется такое окошко. В конце записываем такую надпись. Пробел тире девелопер консоли. Нажимаем ОК. Все закрываем. Заходим на ПТС. Так, нажимаем Tab для проверки. Вот консоль появилась. Все нормально. Все работает. Буду рад вашим комментариям. Отпишитесь, кому это видео помогло. Зайти в лаунчер и включить консоль. У всех ли все получилось? С вами был Бурдурсан. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.